смогли. Нет, не смогли. Там он еще один пак стоит. Мы смогли хотя бы в десятером зайти в пати. Что там, саппорт только со смотрителя же, да? Ну, в принципе, на коне, наверное, насрать. У вас на коне же не шотник, правильно? Ты не должен. ДС же есть. Все дела. Ну ладно. Шотник. Так, да. Ты даешь пятихатку. По бафам вроде норм, да? Покупать. Ага, как обычно. Мы уже должны были Мороза убивать в это время. Ну ладно. Чистить трэш к Деве, наверное. Ничего страшного. В следующий раз обязательно повезет. Так, танк. Сотрим. Ты же как обычно. Ты же был? Ну, ты не ответил. Ты был в каре или нет? Да, на пятерке боссов был. Ну, нормально. Мы, короче, это, первым боссом мы это диспелем. Мы не прохиливаем. Вот, поэтому сначала танкую его там, где он стоит, только потом заводи в это место. Понял? Там просто, да. Там просто по-разному. Гений на ДЦ. Просто это. Гений на ДЦ, где щитки? Лучше прохиливать. Рыбку там. А еще это. Духи там выпили. Дай сапротик. Бля, у меня нет духов. Тебе дать? Ну дай хотя бы одну на СПДшку. А ты да. Ты вся с оборотом. Спасибо. А две мажется, да? Да. Зеленая и фиолетовая. Могу еще подгон сделать, кто хочет. Тредки дайте мне. Кто? У нас СПД есть? Озерон. А, не, ну у меня этот подгон именно прям. Что прям такой там? Зачетный. А это чё мы тут пьем? Держи. Сапрот, да? Пей ДД фласку, похуй. Чтоб не перепивать. У Азерона там прям чётенько все. Всем могу раздать, у меня много. Так, ну у меня 4 косаря СПД своего, типа, блядь, заебись. Я чё не чё отказался? Чё, блядь, не пизди, давай, РЧ, давай. Лапку дай. Жду им кайф. Уроне краску дайте. А он же тут вроде как-то вейдится, мне в какую сторону его держать лучше? Сначала просто в центре стоишь, на первой фазе, когда он слезает с коня, подходишь в желтую метку и через желтую пробегаешь в печеньку. Чтобы он вот здесь стоял, видишь, где приз стоит? На ласт фазе просто так смотрел. Даже в центре держишь просто. На ласт фазе просто вот сюда его подводишь и... Сейчас. Ну вот я стою, короче, так же встаешь, только чтобы босс перед тобой был. Нет, наоборот, вот так, наоборот. А, спасибо. Все. Типа вот чтобы он здесь стоял, где я сейчас. Ну, на фазе, где мы Геру даем, то есть там где чел с коня ну, слезает. Вот на последней фазе, вот тут конь должен стоять, где я сейчас. Вот лок прыгает, вот тут вот он стоит. Босс. Типа три фазы. Вот тут босс он стоит, а вот в стену, короче, влетал, да? Не, наоборот, чтобы он вот сюда, где он сейчас стоит, туда и влетал. А, все. Все, давайте, кольцо СПД хасткрыть, все. Д, Б, М, У. Чё ещё раз? Истерия, роги. Да. Д, Б, М, Пул, Си. По Элему. Дайте вчат, если это я не вижу. 3, 2, 1, Пул. 4. ПС. Опять забыл. Ури? Я не знаю, честно. Ну нету кровоточки, блять. Шо в его голове, я не знаю, вон он стоит, смотри. Подошел к боссу, ФК встал. Правильно. Ой, ну, ребят. Проснулся дед. Я, отошли. Блядь, сказал, что отошел, уебок. Ты. Пиздец, надо. Классно на мультике поиграл, блядь.
меня кнопка не работает, если че. Да хорошо. Пошли. Все, заводи его. Берегитесь. А, все, вот тут вот так. Отлично. Все так и стой. А еще этот. Я себе скажу там по команде, ты 4 дашь. Берегитесь. Зерона правее, встань к стенке. Все время рандомных сейвов. А может сейчас будет время? Сейчас галоп у нас будет эту штуку одновременно. Берегитесь. Не сейчас, пожалуй. Вообще близко было, мне кажется, без щиточка возьму убило. А хули у нас без щиточка лица? Ах ты нож. Так были щиты. Что ты несешь? И сакра была. Кто сакру был? Т4, да? Я знал. А где сакру нажал? Без команды. И сделал все правильно. Ура. Берегитесь. Я могу чуть меньше мозга задействовать. Дайте вместо этого ПС. Не-не-не, лови его. Не-не, без ПС. А и все, вот чуть не стоит. Единственное, чуть-чуть, вот и ближе к центру и нормально. А, все, 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 все. Вот и каждый раз так устык. Даже мана не закончилась. Что мана или день? Берегитесь. Лепс, да. Я считаю, ты без дарма. Ведь мне кажется, он никак не связан. Чё, кольцо существует в этой игре или не существует? Нет, но существует, горе воду. Да что? Ну, ну должно быть, не должно быть хотя бы. О. Блять, я не ливаю сегодня со статика. Блять, пиздец, дуракам везет. Осуждаю. Закинь на войду чисто это. На кота, может, на четвертый спектр. Там ули надо, на моем. А, ну если надо, пускай забирать. Так, этот, ДК надо? Да, да, да. И все? На кольцо забейте, блядь, будет нахуй. А, ну чё, присумоните? А спите, да может это, когда ссылка выйдет, мы будем, ну даже не ссылка, когда ссылка гер выйдет, мы будем ходить на коня на первого босса, там, в 3 человека где-нибудь. Нахера. И будет кольцо падать по 2 штуки, да? Да. Так пепельное, наверное, бисовое будет, не? Конечно. Пропом. Нахуй это кольцо никому не устанет. Ну и на рестора можно, блин, типа на хилов там.
Реально, зачем это кольцо нужно? Ну, тут 6 человек только. В принципе, не так много. Оно, короче, нужно до ЦЛК, типа, блять. А потом, там, в принципе, начнешь ходить те же 25-ки, типа, там репа даже и без фарма, типа, нормально наберешь. Ну я и плюс второе, наверное, Сталгорода А поднять. Еще сейчас надо дробяшку были украсть. 200. Unroll. Какая дробяшка? Сейчас все по канону, как завещал чувак. Сейчас, блядь, бабл хс. Вот на ловкость. Бабл хс, я не буду хилить то, что не понимаю. Где такой? Ой, блядь. Чё? Мертвая игра. Еще. Там большой пак. Два пака. Ну чё, сейчас зубы дам. Понимаем, все будет. Там кулин. Там есть, а нет, у нас плохо. Реслин, покинуть тело, хорошо. Еще покинуть тело. Следующий, нельзя, следующий. Кто? Кто следующий? Покинуть тело. Он должен был прибежать. Ты тоже покинуть тело. ДК никто не бьет. ДК без своего спека. Void, дай склон. Ну или хотя бы рев, да. Ой, блять. Синг-сонгу голову сломали. Нахуй Синг-сонга. Правильно. Я не могу с тебя я 4 диспелла в тебя тыкнул. Или 5. Я не воспинчусь. Нет! Кто голову не сломает, их не сказать еще. Нахуй. Он не трах побежал, а мне голову ломать. Да я был. Ты тоже молнии закидывал, я видел. Я лаву в тебя кидал. Там еще рога в меня побежал. Я жду. Каст кикнули, ах ты, да. Я сегодня еще на печке буду играть. Курсы Демон Лока сегодня прошел. Буду гением. На 1 балл из 5. Лучше, чем печка? Не знаю. Я надеюсь, что хотя бы лучше, чем что я. А что я, конечно, сильный. Там два моба что-то стоят, чилят. Грипп ни одного хотя бы. Норм. А смотри, ты сегодня на печке будешь? Почему это? Ну. Ну. А ты на чем предлагаешь? На что я? А какая разница? Там и так ДКшников куча. Так. Не, ну а что, кто полезнее, демон или ФДК? А синк не идет? Или что? Синк на уле идет. Так я хиль на ней же. Ты же вроде на Фенрире, не? Блять, четвертым ДК нахуй танком, блять, во втором статике. Я не знаю, сколько там ДК. Феникс, мрачный лорд, ты еще Юю со спеком. Ну, ладно, ну не важно, типа, главное, что. Платином. На печке ты научился играть, если что. Че такое печка, блядь, я не понимаю. Легенда. Как Емеля на русской печке ездил, это вот эта печка. Ну знаешь, вот Емеля на этой на печке ездил, а вот печка. Вот этот печка, он на пиве ездит. Вот там в дискорде у человека там никнейм пиво, реально пиво. Ну короче, подпивас, да? Нет. Да. Нет, это не подпивас, это король пива. Я, блядь, помню, на X2 была гильдия рыцарей темного пива, блядь. По-любому. Печка там был бы тиран. Там какой-то тип еще был пиво, его так и звали пиво, блядь. У печки, если гильдия была, она была связана с солью. С чем? С солью. Что тут соль? Ну обычная поваренная соль. Знаю, какая-то другая есть соль, наркотическая. Приведу.
Не-не, тут чисто про поварскую соль. Поварская, ну. Ну я повар, у меня стаж. Блять, повары нахуй. Я повар, у меня стаж 10. Поварская. По-моему, называется поваренная, не? Так, а 5 из 10 это ты, получается, не был на Терестиане, на опере и на Малче, да? Сейчас математика все в порядке. ДК. Ну, на ране, на копыте. Ну, сам был, пытались убить, но там не хватало ДПС. Понял. Это вопрос на засыпку. Вар и рога вам нужны? Лужу разлей, там еще сейчас спад будет. Тапки. Мне нужно все. Тапки с мороза. Да, нужны. Они не падали, помню, разу еще. Голову ломаю. Ну, проще было просто нажать осмотреть первого и второго и понять, что есть у обоих. В бычках в одного нихуя, правда хуя. Ну это классика, просто нам падают веселые шмотки. Вот это нам падают эти. Это ЛК. Ебать. Шутка 8-й. Ты когда-нибудь привыкнешь к этому? Все нормально. Кламбур через каждое слово. А сейчас он не смог придумать, смотри, молчит. Рот занят. Интересно, чем. Какой-то идол по счету будет? Третий, четвертый? Смороузи. Ага, блядь, шестой. Идол тоже неплохо, у меня ардрой есть. Круто. Нам каждый КД он падает примерно. Да, еще это поезд крит дух. Этот Хаку, сколько у тебя палок? 2-3? Где? Сегодня третья. Сегодня третья будет. Слотик освободи рядом в банке. Я одну распылил так. В смысле? Палку. Ну, в смысле. Ты чего? Надо хаку было дать. 100 голды. 100 голды. Надо коллекционировать. Подожди, пока там два пака приведут. Больше. Так ладно, минутку. Ну, короче, я так понял, объяснять надо только оперу и молчи. Остальное... Только нюанс. Хорошо. Ну, оперу Фенрир зовем. Ну, это по факту, реально. Лучше Фенрира позвать. Что? Ну, в смысле, позвать, чтобы он сказал, что делать ему. Любому Фенрире там какие-то меняные вещи делает. Никто не сталкивался с шизофрениками? Да, я. да. Сингсонг Ник. Я приведу все за углом. Да не, шутки шутками, я просто столкнулся, блядь. Шутки-то на самом деле. Наверх, понимаете? Тут за пулю, сука. Я сам буду пулять, но... Чего? Ну, убери свой глаз поганый, блядь. Нет. Убери, блядь. О, подожди, хаку, то есть ты можешь залететь на своем ДЦ, и я смогу пошипешить, правильно? За стенку все, за стенку стали. Так вообще ж кайф, кстати. Можем реально, кстати, это сделать. Что сделать? В общем, не сегодня. Блин, хотел на шипе играть. Я бы такой гига-депос показал. Откуда у тебя КД? Репу фармил в карьере. Страшный человек, пугай залетает в кургер. Да не, ну можно. Пугами, наверное, можно. Я хочу на Фенрире какой-то пугарай залетать. Что-нибудь закрыть. Называйся Фенрирами каждые 0-5. Не, ну ты на Фенрире хотя бы можешь пару боссов пройти в соло. Я могу все пройти до опера. Не, ну на ране там тяжело было. Там, если прям совсем овощи, ты соло не закроешь. Не ожидал. Блин, смотрите, что там. Смотрите, что там. Терестиан, это понятное дело. У нас танк умер. Это правда. Версал мапа.
Получается, рога бездарь не снял берсу. Я их не намазал. У меня башка сломалась. Еще джипсы пахнут. Нашел Ури, очередной новый напарник. Предлагаешь его продать? Кого продать? Это, кстати, шизофреник. А, продать! Вот чем он, блядь, занимается, нахуй. Бутылка на 35 тысяч прилетела. Он, походу, блядь, людей продает, нахуй. Станционно. Полился мне. Подождите мне это, сейчас нужно на пару минут. Окей. Так, это... Пойдемте сейчас, а, все, ладно. Этот... Друид. Где я? Да, я в компасе тоже, кстати. Так, где? Что за вообще можно... Вон там два моба. Где я? Где я? Да, реально. Ури, иди, про потанчи. Ури, иди танчить. Тим, блин. И дарит Слим. Давайте, а идите, суицидитесь. Диван ебанули. Я снял с себя комбат. А, круто. Так надо было мобов убить. Ну, блядь, проще диван. Да, когда я лапку дам, просто опять комбо повешается. Жалко. О, теперь можно хавать. Че там за стак, блядь? Ну какая разница? Да ты гу любой убивать, типа, мы любой убьем. Ну, быстрее может убивать, пока на своем ФК. Драйв. Да и похуй, нас так повезло. Драугер убиваем, и боссы фул. Надеюсь, с Кейрой разберешь, там бабл будет. Короче, сова вот с этой стороны закрываешь, видишь? Деприз стоит. Вот это с этой стороны вторым, после Синг-Сонг. Угу. Да. Тактики больше нет. Наверное. Ну там это отойти, что я оставил? Отойти, подойти на гороту тактика. Еще рыбу не хавай, которая вот на главном столе. Уж пудинг сожри. Что там, ДК жив? Не жив? Че тут нет наковальни? Чем он тебе? Есть липовая. Хочешь выковать? Возле коня. Конечно. А рыбу ставили вы? А все нет, сразу не ручки. Ставили еще. Я так надо. Дырку в перчатку взять. Да похуй, ни один хуй, надо было бы в два раза лететь. Смотри, шаулинская сова, блин. Или нет. Было бы. Или да. Да я не ебу, все ли у меня есть в банке реагенты? Разве соу забивается фулл крит только? Mm. Если он не будет дамажить, кикнем чё? Я просто слышал, что вроде там уже... СПД типа... СПД крит, да. От того же этого... Энза и от Сяка вроде типа. У кого-то есть с этого, с коня... ДПС метр. Без коня ДПС метр иметь. Можешь в Дискорд скинуть скриншотом, Оля? Да блять. Просто кинь экран на скрине, все. И там сам видео. Сейчас бы не иметь лайтшот, блять. Я забыл. Не, ну так, ну это не круто, это некрасиво выглядит. Нужно именно прям рекаунт, чтобы... Чтобы красиво было. Ставь рыбу. О, нормально. Вот там бездарь. Он фукашный бездарь, понял. Пошел в жопу. Ну да я... Сказал то, что я АФК, блядь. Ну ёбы прослушал.
поставить эти гистониты типа СПД. Где и... рыбу хавать, хватит. Надо, чтобы меня чехлатик отмазывал. Смотрел. Флагом Украины. Кстати, это будет закрывать? А какой там, желто-блоки? А, желто-блоки. Я просто буду не дамажить. Мне передамажить. Сихаку. Теперь надо будет Фьюри убрать. Нет, не Симсонга надо убрать. Во. Я сделал. Что ты сделал? Флаг Украины сделал. Угу. Так, алло, а кто кого держит поначалу? Ну... Только Мороза. Что? Ты только Мороза держишь на танке. Хорошо. Остальное вар держит. Хуйню-то. Куда мне его, к столику ставить правому? Просто вот вниз мы сводим, можешь рядом поставить, там никто не сорвет Морозу пока. Прям под лестницей. Да, просто под лестницей. ДБМ, кул, ДБМ. На ХП пить фласку. Так, саппорт можешь оставить, пофигу. 8. 6, 5, 4, 3, 2, 1, кул. Сова следующий. Что сделал? Если ты справа следующий. Там уже полосы играется, да? Угу. Сколько у Хакуаплика, да? Закроет. Закроет, да. Все? Где там рыба? На правом столе вроде, нет? Да. Эзеран, слева закроешь, если что? Почему? Не, не хочу, не, у меня комбо таймер сломается. Закрою, успею. У меня таймер сломается. Не хочу ничего закрывать. Таймер просто кривой. Да я ей закрою, если что. Я хил, отъебись от меня. Я ДД, я дамажу, отъебись от меня. Ты не дамажишь. Нам будем делать ачивку, чтобы все это... Все танцы закрыли. Когда вы, блядь, на полчаса раньше будете приходить, уёбки. Блин. Да, кстати. Блин, как же похуй. И вот именно, блядь. Блядь, знаешь, я вот... Ты вроде опоздал, вроде бы... Быстрее, Рога, выбеги. Беги. Хисера, блядь. Почему у меня крылья? Ну, Алёна. Снимите. У меня таймер сбился. Все, встали. Закончились на залупу. Давайте. В зале становится 3 РДД. Давай, Гера. Сам последний этот лок стоит. Вот Фьюри поближе подойди.
Так, когда скажу ДТ4, Паш. Да, стери роги, если. Желто-блакитный флаг. Зеро не поближе, знаешь, в так не поболтать. Так, жми Т4. Жми Т4, да. На рестлин выйдем потом, когда это. Да вы убьете, скорее всего. Ну или так. Что урона много. Мы одному бабили. 5 симк сонг нахуй. Я это уже видел. Успеем сейчас это шш. Не, сейчас еще чуть. Вот сейчас шива давай. Хаку, какая жалость, похуй. Убивайте. Мисовые масса крас роздох. Похуй. Я банный маг как никак. Глыбу нажать не мог. Просто танковскую тычку словил. Ой. Прикольно, но здесь. Ой. Ну бывает, ну. Что ж у нас для демо. Я не понял! Они есть! Что? Сука, где дробяшка, блядь? Ну лучец, конечно, да, шея бесподобная, блядь. Ну-ка. Сегодня одеваем, блядь, один. Сарана заберу, бывает. Сарана, ты ешь? Ури, ты все равно танчишь, отдай ему ботинки. Так, блядь, пошел нахуй. Потом золотая. Я-то где-то слышал. Наверное, на ебаном этом... От умэни, блядь. Первых же трай, блядь. Ты же золотал перчатки. Первых же недели. Пожалуйста, хильте те, кто под горотой. Из-за чего он, сука, просто их носил, блядь, месяц, блядь, в инвентаре. Идите в жопу. Пиздец. Паны гороты, блядь. Я бы тебе вообще не отдал бы перчатки. Пол коня АФК стоял. Похуй. Стойте здесь, я приведу сюда. Похуй. Как же тебе похуй? Че, на опера может сразу пойдем? А? Нет, иди нахуй, пожалуйста. Ну ладно. Это один пак или еще 15 придет? Один. Этот раз. Волнуйся, дам я тебе ресурс. Наверное. Я тут не в ресел сидел, потому что на пул кончается, приходит еще, блядь, 13 мобов. Так я тебя предупреждал каждый раз. А как? Блядь, чел! Ты предупреждаешь, когда у меня на пул уже, блядь, включен. Красава. Да я хуй там напуливаешь. Как любой рог охуеть. Включил на пул напуливаю. Не могу его запаузить, чтобы подождать мобов и продолжить потом. Помоги. Сейчас. Подожди чуть-чуть, там две пачки идут. Ок.
шпок. Вот, все, можно хуярить. Еще сорву, мне кажется, скоро. А пул кончился, демош продолжает идти. Хильтер он, прям гига, поверх хильтер. Хорош. Дожил до напула. Хш. А, блять, мне боб дали. Даже уже на пол, блять. Я думаю, что-то кнопка не жмется. Надо кристалл бездны на весь экран ставить. На боб. Первая башка. Зато своя. Сам написал почти. Я старался, чувствую. Гом, поднимитесь. Слева сразу пульт тоже. Все, потом смотрителя пойдем. Ну, или если не на пуле. Если они придут. Подождем чуток. Ой, идут, идут. Как у ДД на макс раньше станете. Там он побежал. Там еще этим, этим челиком, который стоят там далеко, покикайте косты или грибите. Ой, какая вам пизда. А этот чел почему-то за Альянс играет. А Хант тоже? Ну, это Хант. А, я про Алибарду. Но... А про Алибарду там слякоть нужно. Алибарду. Вот. Так что вообще минус бабки прям. У меня просто проблема, у меня 27 тысяч. Хант вообще с нами готов был вообще на всех боссов идти лутать всякое говно. Там, кстати, можно было. Ну так вот. Я увидеть. Просто проблема. У меня написано в стокрипе баланс статики 27 тысяч. У меня в инвентаре 26. Артём, лучше выгодно продать говно, что ты перепродал. У тебя же есть этот твинг там, Фенрир? На нем там тоже, наверное, 50. Да и на Оле там есть ты. На Оле деньги, вот это вот еще одно. В мусе 20, там было 66, она мне скинула 20. Где деньги? Не знаю. Я когда зашел, был 28. Еще много трейков, можно везде деньги спиздить у всех. Сами же аккаунты нам оставили как раз. Я вот эту, что фонтку выбила, она много денег из меня выбила. 5 тысяч. Даже больше, нет, там чарка 2000 стоит тоже еще. Хорошая шмотка, наверное. Хорошая шмотка, да. Я очень долго ее ждал. Также я еще долго жду пояс, кольцо силы. Жду ханта, который у меня заберет, да я тебе еще.
дальше я не пуляю всех. Этот не пулит. До конца всех пуляй. Ну, а Рислин. Блять, с печатью на агро хуяришь или что? Печать на агро это что такое? Печать на агро. Ой, печать на агро. Это вы поняли. Это не печать на агро, это покинуть тело. Блять, ритуал. Да, о, покинуть тело, ритуал, это же звучит что-то на локовском. Ритуал рока называется. Ну ты давайте в русскую монетку поиграем. Кого перебьет, тот всем платит. Мы так кольцо будем ролиться, думаю. Блять. Удачи. Оставь тотемчик там, не знаю. У нас у совы есть тайфун, никто. Если у совы есть тайфун, значит чего-то нет у совы. Бешенство в один. Подожди. А где еще один тал? Куда ты его кинь? Это я не помню. Талант стреляли в сове. Чё ты? А, сотворение. А, единичку беру. Одно очко таланта проебал куда-то. Главное, что свое очко не проебал. Да мне похуй. Есть у нас, кстати, один хант, который даже два своих очка проебал. Что там дали, блядь? Ханты не люди, поэтому его очко никто не забирал. Софилов нету видеть. Ханты не люди. У Доли, кстати, классный ДЦ. Ну, вот обычно после такого чего реально ливают. Сначала по приколу, а потом уже не по приколу. Гудалкому, блядь. Гудалкому, блядь, сойти за дед. Ну, там реально гудалк. Так, смотри. Рыбу поставь там, не хватает. Пуляешь, когда вот здесь шарик, видишь? Uh-huh. Все. Мы по отсекам вот по вот этим, да, черненьким таким. Потом переводишь просто следующий. Да я знаю, да. Все. Ну, все по-разному ж убивают. Скрок, ну. Хз, тут вроде одна тактика. Я видел, как вот здесь пуляли, например. А, ну да, там тоже можно. Ну так тут без разницы, типа. Я видел, как на коне не диспейлят. Ну, на вернее, блядь, я вообще нахуй. Могут и в три хила пойти, допустим, не диспейлить, а захилить просто. Так все делают. Ну да. Так, все, подходите. Че? Рога, рога. Все, пуляй на следующий. Ачивка, блин, где это? Я видел, как в центре ее там что-то. Да, еще это, у нас крайне бездарные ДДшники, они не любят диспейлить, поэтому... Ой, не диспейлить, это кикать, так что уж лучше всего кикать. Все, готово, да? Да, да, прей. На это все прей, да. Все нормально. Еще это, следи за сверками, тоже там, если что, назад пойдешь, Геру дай. Еще там немного назад сдвинешься. Бывает такое, что мы бегаем. По статистике этот босс сложнее, чем Арам для нас. Так что тут надо серьезно играть. Время клоунить. Так, коста. Пошли. Отошли назад. Мне вообще ничего не показывает.
пошли. И назад еще дайте. Нормально. Синий этот. Ясно, Дим. Бейте. Еще шрана было. Нет, там надо сказать такие как. Так, чуть-чуть назад ее отведи. Вот там, где тотемы стоят. Да лужи просто ближе лейте. А похуй, я его не ребафнул. Поебать. Бывает. Есть? Давай. Давай, вставай. Я готов тебе дать просто баф. Покиньте. Баф, там каску все там. Да, у меня. Заходить. И ходим. Алло, блядь, стак, сука. Он нахуй стак не пытается. Безды получает. Ты бездарь. Что ты мне говоришь? Я РЛ, я не могу быть бездарем. Вот там и нашафил прям. Ты же играешь на бездаре. Лужи чуть ближе подлейте просто. Вон слева к стене. После коста заходим. И назад они такие. Прям пиздец. Ух, нихуя. Я вот об стену подошел, разбил головой, блять. Я думал, нихуя, в таком моменте все решили отойти резко. Ну тут не дубы собрались, как бы. Пиздец, все равно нахуй. Хисера подошел нахуй. Я напомню, этот босс сложнее, чем Аран по статистике. Вносите там влево, вправо, в центр, вообще пухну. Вообще, кстати, кастерский предмет упадет, это КД хорошее. Не видел дробяшки. Да не, бред. Кольца тоже не видел. Выпадет. Не, упал хороших предметов много. Два. Три. Которых мне выкинули. А, третий, точно. Ну, ботинки, блядь, сюда, на базу. Да, блядь. Шло полезно, конечно. Вообще, ебал рот. На ДК, короче, всегда роль, если что. Ну, если тебе шмотка нужна, на любой спек просто роль. Да, мне нужна. Как же все рядом пробежали? Просто, чтобы я понимал. У нас такой, типа, консул ролл. Если никому не надо из ДДшников, я тебе отдаю. Ну ты просто покажи, что тебе нужно. Чтобы я на распыл не кидал. Что, эта залупа нужна кому-то? Ладно, если кому-то нужна, я кикну со статиками, похуй. Сингсонг. Что-то блю кинул. Не, блядь, или что? Чем? Ты мне дал, что-то чтобы блю кинул. Да. Именно для этого. Блю ретрик третий спирт, поебал. А ДК надо это было? Да. Сейчас, блядь, на кастера упадет, блядь, ебаный нахуй посох. Посох и плечи вот эти с духом. Кастерский лут, который мы заслужили, бля. Мы ж погибли сразу? Чё? Да потом. Видите, погибли сразу? Да мы рядом как раз. Там легкий босс, потом с этим и закончим. Я всё, вне, гона погибли. Мы сразу. Так веселее будет.
Так, смотри, дикий. Какая разница, что такое у смотрителя? Отсюда все равно быстрее, снизу все равно быстрее бежать. Так, DK, смотри. Тут будет тема такая. Сейчас. Телеканул. Не линканул, книжка заблагалась. Там, короче, будет сожжение. Их будет три штуки. Это примерно как на Аране. Тебя будет шотать. На гневе. На гневе. На гневе, да. Там такая же тема, только, короче, урона больше. На первую... Чё он жмёт? Ты помнишь? Кровь. Кровь и... Чё? Ну, кровь просто, можно, да. Вот, на вторую я тебе даю зубы, ты... На вторую я тебе даю зубы, ты жмёшь антимэджик. На третью жмёшь айсбаунд. Ну, понял? Я могу пинку ещё РБКшну тогда нажать. Она спасёт. Да, можешь на третью жать просто. А на третью айсбаунд обязательно. На третью обязательно айсбаунд. Без айсбаунда тебя убьёт. И ещё утренькет лучше нажми. Как поставить лучше? Вот как она стоит, вот так вот и стой. Вот как ты сейчас ты стоишь, вот так и я стою. Вот так всегда её ставь. Там каждый раз при любой взлётке. Подожди, а чё мы пьём? Забыл ДД? Да, вроде. Саппорт? Тебя да. Тебя точно саппорт. Тебя пиздец ебать тут будет. Круто. Танку везде саппорт, здесь похуй. И этот, как только она взлетает, к нам бежишь, трэш там будешь танчить. Да, и каждый раз, когда она будет садиться, вот, блядь, без пули уже. Сука. Ну, пизда нам получается, чё. Идите. Арислен, отойди. Идите, вставайте. Ходите, похуй, без бафа, ничего не делать. ПНД. Смотрит на практике. Реально. Глю. Глю, блю, не хилит, блядь, глю АФК. Пизда-то спулили, ладно. А что запустили так? За ДК ударил. Она когда приземляется, не активно. Не вставайте. Не вставайте. Блять, ладно. Сумальным. О, Сергей. Глю не боится, не бездарь. Ну все, 50 попыток проебали, блядь. Реально, кстати. Вообще похуй. Рыбку жуйте, пока есть. Ничего, Глю, я справился с прохилом танка на секунд 15. До третьего дыхания справился, пиздит он. Блять, с какого до третьего? С первым не справил. Ставь шкаф. Рыбу все, спиннинги есть.